Доброе утро, меня зовут Тарасевич Александр, я шеф-повар ресторана «Королевская охота» и «Замок Зиваны». Сегодня мы с вами приготовим салат с печеной тыквой, капустой брокколи и жареными лисичками. Для этого нам понадобится сама тыква, капуста брокколи, лисички, орех, фундук и миндаль. И для заправки мы сделаем заправку соус винегрет, это горчица, мед и оливковое масло. Для начала мы подготовим тыкву для запекания. Ее нарезаем произвольно небольшими кусочками. Добавляем мед. Тимьян. Солим. И отправляем запекаться в духовку при температуре 160 градусов 15-20 минут. Пока у нас запекается тыква, мы подготовим, отварим брокколи и обжарим на сливочном масле лисички. Пока готовится наша тыква, мы приготовим соус. Для этого нам понадобится горчица. Мед, и оливковое масло. Все это перемешиваем до однородной консистенции. Соус готов, нарежем помидоры черри. И немного порубим ореха. Тыква наша уже приготовилась, поэтому начинаем собирать салат. Салат будем собирать в форме полумесяца. Для этого мы в форме полумесяца по тарелке мажем, размазываем соус. Выкладываем печеную тыкву на соус. Лисички жареные. Добавляем рукколу. Сюда же в этот салат можно использовать любой листовой салат, не обязательно руккола. Сюда же добавим брокколи отварную. Помидоры черри. Посыплем орехом и польем все это заправкой. Наш салат готов. Всем приятного аппетита!